Что, Васёковки? Вы уже спать легли? Спать легли, да? Лялька, ну ты же крупная девчонка, лялька. Лялечка, ничего, господи. Лялечка, ты большая девочка. А это, посмотри, микроскопическая. Давай, давай, на одеялко ложись. У нас отключили газ. И мы сегодня без отопления. Поэтому... Две девчонки вот эти, чишечки, вон, спрятались под одеялко. Милуська такой вообще, вся запаковалась, ножки вытянула, да? Да, скажи, что ты нас пришла и будешь? Мы тут так хорошо спим. Хорошо так спим под одеялками, нам тепло. Да, маленькая девочка? Хорошо сейчас шпицулькам. Им тепло. А эти две мерзляки, милые собаки, такие вот мерзляки. У малышей тоже тут одеялков, ковриков всего положено, чтобы не замерзли ни в коем случае. А Лялька все на кафель хочет, а я ее хочу, чтобы она на одеялке валякалась. А она безобразница, все на кафель. Да? А эти самые маленькие двое в люлечке в своей меховой люлечке. А волк с лялькой не хотят угоманиваться, хотят еще беситься. Ведь спали, лежали. Как я подхожу, они сразу, сейчас будем веселиться. Беситься, веселиться, да? Спать пора, моя золотая. А у нас газ отключили, а котел газовый, поэтому отопления у нас нет. Да, милуся, скажи, что это холодно у нас стало? Так что отопление выключено у нас. Ну, слава богу, тут на улице не так сильно холодно, поэтому не замерзнем сегодня. Плановое отключение газа у нас тут произошло. Проверяет систему. Ну вот, мы всем желаем спокойной ночи, приятных снов. А кто тут позевульку делал? Позевульку такую. От феечки тоже вам спокойной ночи. Так что на меня прыгает вот так вот? Девчушка-веселушка, а? То ночью разбудит меня, то рано-рано утром будильник маленький и Вольк тоже. Ой, ну все, мы вас целуем, обнимаем, пошла я выключать свет. А вот эти дитё уже сонные, и эти сонные, и гуся дрожит там, сейчас укрою. Всё, хватит беситься, давай говори всем спокойной ночи. И приятных снов, и до завтра, наши золотые.